Тигр, да, тигр, Наташа. Познакомься, тигр. Вот, смотри, твоя новая подружка. Я Наталья. Курочка. Курочка Ряба. А это тигренок Рябы. Да. Видишь, как он спокойно к этой курочке относится. А вот у нас еще рыжая мама Кука есть. Рыжая собачка, рыжие курочки у Димы. Да. Тигренок, что ты думаешь про эту курочку? Хорошая курочка, то будет твоя подружка. Да. Твоя подружка будет. Какая курочка, подружка у тебя будет. Ну там их еще сколько, смотри. Дима им дал кокосы, бананы. У них не жизнь малина, флоридская жизнь. Дим, ты их сильно не перекорми, а то они забудут, что им нужно яйца нести. Будет только еду есть. Да, красивые, красивые курочки. Красивые курочки. Да, тигренок? Кука, ты почему хлебушек не съела? Кука, почему Кука хлебушек не съела? Полетела, полетела курочка. Курочка Ряба. Так они не боятся вообще тигренка? А тигренок на них не нападает, ему все равно. Он такой закормленный, что ему все равно, да? Тигренок, ты что, курочек боишься? Вот такая вот у нас жизнь во Флориде. Да, вот наш красавчик тигренок. Красавец. Ну ты у нас красавец. Он любит у нас кушать кокосы. На, кусочек кокосика тебе. Хороший мальчик. Кука, 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 на кокосик. На, съешь кокосик. Куки дадим, тигренок. Маме куки дадим, тигренок. Да, на. Тигренок, нельзя у мамы изо рта съедать. Нужно уважать маму. Да. На. Да, наши собаки любят кокосы, любят бананы. Куры у нас вот едят все подряд. Да что? Это флоридская жизнь. Димин огород, можно сказать так. Димино хозяйство. У него здесь сарайчик, где там все инструменты складывает. Его там ремонтируют. Вот там у него бананчики растут еще. Да. Да, тигренок? Пойдем Димины бананчики пособираем. Красавец такой. Такой красавец.